Над азбукой юного нижегородца первоклассники лицея номер 82 трудились целый год. Сегодня дети презентуют свою книгу родителям и ученикам. Тема проекта – юбилей Нижнего Новгорода. Каждая страничка азбуки посвящена своей букве и знаковому месту города, который на нее начинается, и краткий рассказ о нем. Так, в азбуку попали 34 нижегородских достопримечательности. Большая Покровская, театр «Вера», домик Каширина и катер «Метеор». Участвовали в проекте все ребята в классе. Ксения Захарова – одна из них. Девочке досталась буква «Р». Именно поэтому для своей странички в азбуке девочка выбрала рождественскую церковь. Чтобы сделать собственную книжку, мы очень старались и рисовали свои рисунки. Чтобы постараться, надо было потрудиться. И нам очень приятно, что наша книжка всем понравилась. Учитель начальных классов Елена Мигина уточняет, главное было увлечь детей идеей создания собственного продукта. Обязательно посетить это место самим, рассмотреть его красоту и величие, а также попросить родителей рассказать историю этого места. Такая книга, она останется с ним надолго, можно сказать, навсегда, потому что это очень красиво, это стильно, это можно показать бабушке, дедушке, похвастаться, что вот посмотри, есть книга, где я там автор-составитель. Конечно, такие эмоции, они не забываются, ну и потом можно будет гордиться ими. Кроме презентации азбуки юного нижегородца, лицеисты представили еще один проект – «Пожелание Нижнему». Инициаторами выступили уже старшие школьники. На выставке представлена инсталляция Кремлевской стены, где каждый кирпичик, а их здесь 210, пожелания родному городу в честь юбилея. Это воспитательная работа с 1 по 11 класс, в результате которой должны вырасти новые граждане Нижнего Новгорода, России, с осознанной гражданской позицией, с инициативами, готовыми к реализации новых идей, такого серьезного содержания, глубокого, который дает нам вот возможность гордиться, что мы в такой стране живем. В День защиты детей ребят ждал еще один сюрприз. На школьном дворе состоялось открытие арт-объекта хэштег Нижний 800. Теперь лицеистов будет встречать дятел Гор и олененок Нино. Владимир Смирнов, Кирилл Васенин. Время новостей.